Развитие Hyperledger в Китае. Блокчейн-группа Hyperledger объявила о создании технической рабочей группы в Китае, которая сейчас является мостом между сообществом Hyperledger, новыми пользователями и плательщиками в стране. Миссия группы состоит в том, чтобы развивать проект Hyperledger в Китае, работать с новыми пользователями, отвечать на вопросы и помогать с анализом сообщений об ошибках.